гимнасты советской Украины выступали в Венгрии. Вольные упражнения выполняет мастер спорта Раиса Борисова. Выступает мастер спорта Раиса Гаплиевская. Мастер спорта, чемпион Советского Союза Борис Ткачев. Абсолютный чемпион Советского Союза Юрий Титов. Упражнение на перекладине выполняет абсолютный чемпион Советского Союза и мира Борис Шахлин. Выступление украинских гимнастов было большим событием в спортивной жизни Венгрии.